Всем здорово, ребята! Сегодня у нас будет офигеть какой эксперимент. Вы поняли по названию, что они будут аниматроники против паразитов, в смысле аниматроники, в смысле Фредди и Бонни. Сегодня они будут сражаться против паразитов. Я не знаю, как сегодня пройдет этот эксперимент. Главное, ребят, подпишитесь, поставьте лайк. Сегодня я выпустил два ролика. Кто не прошел мой телеграм-канал, нужно переходить, чтобы узнавать информацию, что как это. Ну, кто не пришел, расскажу. Надо будет теперь традиция на канале, по пятницам будет выходить по два ролика. Типа вот по понедельникам, по вторникам, там по средам и по четвергам будет выходить только по одному ролику. По пятницам теперь будет точно так же в субботу и воскресенье будет только по одному. Ладно, давайте начинать, я уже готов. Вот эта штука, я не знаю, что она делает, я не знаю. И здесь, смотрите, здесь что-то тоже есть. Ну, короче, это просто вещи. Как всегда здесь. И вот паразиты, тут аниматроники. Я не знаю, каких тут можно взять. Давайте вот этого вот возьмем, вот этого. Мутант, давайте мутанта возьмем. И вот такого. Ой-ой, давайте спавним два Фредди. Два Фредди. И два Боняша. Они будут за голубую. Их можно даже... Да, их можно все два есть. Точно так же и Фредди. И вот эти вот чувачки. Господи, так как? Ну сразу говорю, это не лучше. Господи, они летают тут, господи. И они, давайте, о, господи, они в красной команде. Они в красной. Где вот эта вот фигня? Ой-ой-ой. Они на меня наложили вот эту. Все начинается. Так, сразу говорю, это Майнкрафт, и это не лучше здесь версии. Посмотрите, что-то. Они уже завалили одного. И они мутанта завалили. Так, вот эту вот фигню, я не знаю, как с ними. Но я думаю, они должны ее как-то убить. Что вы делаете? Так. Господи, это Майнкрафт поэты, не лучшие, конечно, паразиты. Так, они попросту не могут, ребята, достать, да, до нее. Но придется ее убить. Сюда иди. Всё, давайте сейчас ее убьем. Я больше ее спамнить не буду. Что из нее падает? Алмаз? Вот это я уважаю. Так, теперь со спавнем давайте красного тоже мутанта. Вот этого возьмем и вот этого вот. Так, что там аниматроники? Аниматроники возвращаются на свою родину. Кстати, они умные достаточно. А Фредди там быстрее. Иди отсюда. Все, ты иди на свою родину. Иди на свою родину. И спавним мутанта. Вот это. Господи, тут житель. Тут житель какой-то достаточно жуткий. Так, все, погнали. Все, они начинают бой. Они бой начали. Все, ребят, начинается бой, господи. Вот этот дебил, это вот эти вот фигня. Она что-то, она заражает вроде их или что? Что это за фигня? А почему они не дерутся друг с другом? Я не пойму. Ну, наверное, оп. Блин, ну аниматроники вот эти мощные, вы посмотрите, что они делают. Что вы вот тогда идите на свою родину, давайте, идите отсюда, давайте их убьем сейчас. Так вот эта вот фигня достаточно мощная, она убивала вообще животных, она убивает с одного удара. Давайте сейчас соспавним одного аниматроника, наверное, Бонни давайте, и против одного паразита. Паразиты проигрывают, а что такое? Паразиты же вроде мощные, они паразиты, они мощные, кто не знал. Иди нафиг отсюда, Боня, что молодец. Давайте, я сегодня, ребята, весело, потому что сегодня у нас пятница, потому что завтра выходные. Завтра целый день, ребята, дома, выходные, как бы, в школу не надо, так что радуйтесь. Так, все, давайте, Вот это, кстати, вот я это не строил, это еще с прошлого ролика, ребята, это с прошлого ролика. Теперь мы убираем их и спавним кого-то нового. Ну, не знаю, вот это кто так, вот этого я не спавнил. Ну, и все, давайте только его. И только Боняш у нас будет. Так, Бонни, у нас давайте красная команда. А этот, я не знаю вообще, кто это будет. Опять вот эта фигулька, нет, нам это не нужна. Нет, я уже на это не поведусь. Она уж слишком может. Давайте вот эту, не знаю, фигню соспавним. И это у нас свинюшка, это свинюшка. Так, они сейчас сражат, да, все. А, нет, я только не использую это. Ох, на меня не долетело. А, это свинья. Давайте придется несколько. Так, это голубая команда, все. И Бонни их просто... На.
где-то другая команда. Так, так, все, погнали. А им, Бонни вообще пофигу, он убивает их. Просто капец, ребята, это капецки. Короче, ребят, давайте сделаем так. Дадим шанс вот этим вот паразитам. В смысле, возьмем, заделаем пока везде дырки. Так, короче, сейчас убьем Бонни. Сделаем что-то, соспавним их побольше. Всех абсолютно паразитов попробуем соспавнить. И соспавним 3 Фредди и 3 Бонни. Скажу, у меня Майнкрафт не сделал. Сейчас мы для... Давайте для начала паразитов всех соспавним. Берем. Так, вот, давайте. Вот, вот. Нет, вот это я воротню. Такой, тут кто вообще? Этого, этого. Ну, все, вот этих будет достаточно. Так, свинюшка. Здесь вот такая фигулька. Так, это что? Это у нас черная фигулька. Давайте их соспавим по несколько. Это один мутант. Нифига он здоровый. Это какой-то вообще... Так, и этот, это у нас жители. Давайте 3 жителя. Нифига, этот один здоровый попался. И курицы, и курицы. Господи, тут разных размеров. Вот у нас паразиты. А здесь будут аниматоры. Господи, Майнкрафт что пролагал уже. Ладно, нормально, нормально, ребят, держимся. Давайте, да ладно, давайте 2 Фредди. 2 Фредди и 2 Бунни. Я не знаю, как это честно, конечно, но, ребята... Они будут просто так нападать на друг друга? Нет, они на друг друга просто так не нападают. Ой-ой-ой, так, ну что ж, оп, оп. Так, все, не нападает на друг друга. Этот просто, кстати, интересный факт стоит, ему вообще пофигу. Так, этот, этот, идите давайте. Так, этого, этого, так, все, всех вроде. Так, все, все, они уже нападают на всех. И они просто медленно идут, потому что, ребята... Что не лагает уже все, лагает. Все, пусть сражаются. Все, сражаются, сражаются, пацаны. А, наверное, потому что они большие такие. Все, они сражаются. Так, кто победит? Так, они патроники просто побеждают, они просто выносят их. Это, чего этот дебил стоит просто? Он просто стоит, ребята. Что с ним нужно делать, чтобы он ходил? Он не хочет идти. Иди сражайся, он твоих братков убивает. Вот ты красный. Все, они начали с ним сражаться, что ли? Нет, он слабак, ребята, он слабак. Так, они теперь идут на этого дебила. Короче, все, они всех переубивали. Это капец, это не аниматроники. Это вообще. Так, сейчас всех убьем. И давайте соспав... Давайте, короче, смотрите как. Давайте паразиты против паразитов. Просто по приколу. Просто по приколу, ребята. Я не знаю. Так, все, давайте все грохайтесь. Все грохайтесь. Сейчас мы возьмем железный блок. Вот тут все подохли. Так, нет, так вот так вот. Это будет у нас арена. Если вы хотите, чтобы я больше таких видосов про паразитов, бои снимал, кто против кого, то, ну, не знаю. Так, что эти дебилы? Они... А, все, они отключились, надо их убить. Тут даже паразиты, смотрите, остались. Нифига себе. Мы их убьем, они нам не нужны. Просто не нужны. Ладно, я пошутил, какие паразитов против паразитов. Ролик заканчивается, ребята. Сегодня посмотрели, кто же сразился. Сегодня победили аниматроники. Как бы в прошлой серии победили Rockstar аниматроники. Сейчас вообще победили опять аниматроники. Просто это аниматроники, сразу говорю, это очень, походу, мощные у нас аниматроники. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, переходите в мой телеграм-канал, оставлю ссылочку в закрепленном комментарии. Но пока что всем удачи и всем пока!